три игрока в апельсиновом. Но мяч достается Гёхану Туре. Он ускользает от всех, чтобы сделать передачу в штрафную площадь. Опаснейший момент. И удар, и мяч в сетке ворот. 37-я минута. Ох, как здесь, смотрите, по обрубочке прошелся Гёхан Туре. Неудачно Де Фрей отбрасывал мяч затылком назад. Не разобрался там Ван дер Виль. И Бурак Йылмаз, убрав мяч. Тут Де Фрей опять пытается помешать. Ну и пришел очень предельно упрощена игра голландцев. Сейчас длинные передачи. Прямые забросы в штрафную площадь. Бас Дост. Класс Ян Хунтелар. Вот кто должен вылавливать мячи. Снейдер. Вот здесь на подборе очень здорово. Эффективно справляется. И удар с рикошетом забивает Весли. Весли Снейдер. Он и в предыдущей атаке, мы помним, эффективно поймал мяч на подборе. Вот в этой зоне он здорово работает. Кстати, попал он, по-моему, мячом в голову.